Всем привет-привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Спасибо, что пишете комментарии, ставите лайки на мои видео, заходите ко мне, добавляйтесь в друзья, мне очень приятно. Спасибо вам большое за это. Сегодня у нас будет вечерний влог, я немножечко поснимаю. У меня есть отличная новость. Мне на работе предложили подработку, то есть я буду совмещать две работы, то есть свою основную и еще дополнительную. Сейчас смотрю на свою челку, отросла ужасно, я не знаю просто, как я ее хочу подстричь, поэтому не иду ее и не стригу. Вот такие новости. Я сейчас буду жарить картошку, для этого я ее, конечно, почищу. Была сегодня в фикс-прайсе, сняла небольшой обзорчик посуды, потому что я зашла туда специально, чтобы посмотреть, есть ли там контейнеры для сыпучих продуктов. Сами знаете, что у меня контейнеры под крупы, под все вот такое, они у меня старенькие. И я посмотреть хотела в это, в фикс-прайсе есть там что-нибудь или нет. Контейнеры я нашла, приценилась и, наверное, зайду в скором времени и их куплю. Ну и также посмотрела, что там еще есть.
Я кушаю без хлеба, без чего-либо, просто жареную картошечку одну. Белый хлеб мне и так нельзя, а на ночь белый хлеб, тем более, я есть не буду теперь. Мне достаточно будет одной картошечки. Ко мне пришла собака, я сижу, чай пью. Вот так она легла на руку. И будет лежать, пока я буду сидеть, она будет у меня лежать на руке.